Для салата понадобится салат мини-романе, помидоры, я беру коктейльные помидоры маленькие, паприка одна, огурец один, две средние красные луковицы, кентакезе, салат кене, и для дрессинга нам понадобится майонез, бальзамика, томатный гвюце, черный перец и укроп. Я беру диль кройта. Все нужно порезать мелкими кубиками. Порезать капусту, кольцами порезать лук, паприку, томаты, кентакезе и огурцы порезать мелкими кубиками. Теперь я смешиваю все вместе. Салат, лук, перец, помидоры, огурцы и кентакезе. Сейчас я буду делать дрессинг. Семечки пожарила на сковороде до такого не совсем золотистого цвета, но чтобы они хорошо подсохли. И они будут очень вкусно в салате. Пока я их закрываю фольгой, перед тем, как подавать на стол, я высыплю семечки и залью дрессингом. Для дрессинга я беру 3 столовые ложки майонеза. Одну ложку бальзамика. Пол ложки. Еще немножко кюхенкройта. Немного. Заправляю салат, вылаживаю дрессинг, выкладываю семечки, перемешиваю, пока что половина. Салат готов. Я его перекладываю в вазочку. Я делаю этот салат впервые. Я знаю одно, что этот салат войдет в список лучших салатов. Мне он очень понравился, и я вам советую его сделать и попробовать. Для меня вот эта порция, а вот эта порция, это я сейчас понесу на праздник. И я очень буду рада услышать, что он очень вкусный.